Всем привет, и мы продолжаем игру Crazy Dino Park. В переводе означает сумасшедший парк динозавров. В прошлой части мы с вами уже купили кассу, прошли две миссии. Уже у нас появилось два новых животных. Это доисторический аммонит и велоцирапторс. Вот такой вот прикольный динозаврик. Сегодня мы будем продолжать пытаться делать раскопки и искать других динозавриков. Вот, давайте-ка, друзья, соберем монетку. Давайте-ка отправимся с вами в путешествие. И да, друзья, я что думаю, давайте-ка мы сразу же с вами улучшим наш сейф. Вот так, здорово, удалось это проделать. И отправимся с вами за дальнейшими раскопки. Попытаемся добыть новых динозавриков. Итак, следующая миссия, друзья, от нас требуется, нам нужно будет добыть 80, стоит она 80 монет, мы будем добывать других динозавриков. Итак, на сей раз нам нужно добыть 2 аммонита. Вот, посмотрим, что из этого получится. Итак, соберем монетки. Монеток много не бывает. Вот, отлично, и попробуем вот этот кусочек аммонита. Вот, собрать, отлично. Вот, вижу, друзья, еще есть кусочек. Давайте-ка мы разобьем. Вот, здорово. Отлично. Вот, немножко как-то не очень аккуратно получилось. А вот, здорово. И еще соберем одну ракушку и вторую. Вот, супер. Вот, и да, друзья, я вижу, еще есть кусочек. И у нас получится уже собрать 2 аммонита. Вот, здорово. Итак, назад в парк отправляемся и попытаемся, друзья, сейчас создать несколько аммонитов. Вот, ага, друзья, аммониты, есть у нас аммонитокорпус, а вот косточек нету. Нам надо еще отправиться с вами в путешествие и добыть ингредиентов для того, чтобы мы могли бы еще добыть несколько из этих животных. Итак, на сей раз у нас совсем другие косточки. Уже велоцирапторса, большого динозавра. Ну, пусть будет так, это тоже неплохо. Итак, соберем пока косточки, те, что у нас есть. Вот, а потом будем пытаться разбивать камни, то, что у нас нету. Итак, одну косточку мне удалось собрать. Вот, что здесь еще такого интересного? Вот, соберем, конечно же, монетки и попробуем разбить камень. Да, нижняя челюсть собрана. А вот теперь давайте-ка, друзья, пытаться разбивать. И да, вот еще кусочек от ребрышка. Здорово, отлично. Итак, разбиваем, разбиваем. И что у нас получилось? Кусочек черепа велоцирапторса. Вот, здорово. Ну и, к сожалению, друзья, последняя кирка. Ну что же, буду разбивать и искать. Вот, можем купить 3 кирки. Давайте-ка, мы это купим. Вот, за кристаллик. И попробуем все же добыть вот ингредиенты. Итак, что здесь у нас? И ничего. А здесь, друзья, монетка с монеткой. Итак, нам не везет. Не удается добыть ингредиентов для того, чтобы наш динозаврик, вот, либо ребрышко, либо череп. Итак, что же под этим камнем? И ничего, друзья, к сожалению. Вот, и нам нужно еще отправляться в очередную миссию. Вот, давайте-ка я опять сделаю раскопки. Возможно, что-то интересное все же нам выпадет. Итак, друзья, нам выпала подкова. Вот, у меня еще в этой игре этой фишки не было. Интересно, что она делает. Это еще что? Не знаю. Я явно чую что-то древнее. Заканчивайте с раскопками, а я тут разберусь. Ну что же, я скажу, друзья, давайте-ка пока попробуем все же собрать этот череп. Вот, в прошлый раз не получилось. Возможно, сейчас что-то у нас получится. Итак, вот, отлично. Вижу ребрышко, отлично. Ну, а вот теперь давайте-ка при помощи кирок разбивать. Вот, удалось найти нижнюю челюсть велоцирапторса. Вот, и кроме того, друзья, будем разбивать остальное. И, конечно же, не забывать за монетки.
Вот и так еще нужно несколько кирок. Вот давайте-ка мы их купим. И вот я попробую здесь разбить. И да, есть, друзья, есть череп. Нам удалось собрать через очередного вероцирапторса. Вот, замечательно, но, к сожалению, не все вот ребрышко мне удалось собрать. Давайте-ка я попробую сделать. Отлично, одно ребро есть. И вот какой же камень попытаться разбить? Вот не знаю какой, но давайте-ка приблизительно вот этот. И здесь монетка. Вот, ну что же, неплохо, неплохо. Вот, назад в парк, давайте-ка отправимся. Но я, друзья, эта вещица будет напоминать нам об экспедициях, в которых мы побывали. Чтобы она всегда была в целости и сохранности, сейчас мы построим склад древностей. Ага, здорово, друзья. Итак, у нас появилось новое здание, склад древностей. Вот, и в нем есть вот такая вот подковка. Вот есть всякая куча интересных фишек. И да, друзья, вот я еще обратил внимание, здесь есть вот такие, вот такое вот здание, какие динозавры мы со временем с вами добудем. Вот пока есть аммонит и велоцираптор, а дальше смотрите, сколько еще есть в наличии всевозможных динозавриков, которых мы со временем сможем с вами собрать. Просто-просто куча. Вот. Ну что же, я считаю, это неплохо. А пока давайте-ка вот посмотрим, что здесь делается. Да, есть косточка, и я сейчас попробую все же воссоздать аммонита. И да, смотрите, друзья, у нас уже появилась пара. Взгляните, у нас сейчас две особи одного вида. И что же, вполне вероятно, их объединение придет к занятным эффектам. Давайте аккуратно положим один экземпляр поверх другого. Итак, ну что же, давайте-ка посмотрим, что из этого получится. И что же? И что же, друзья, происходит? И смотрите, биомасса объединилась, как я и предполагал. Чем лучше динозавры в нашем парке, тем больше популярность мы добьемся. Ага, а полагаешь, этот процесс можно повторять по несколько раз. Ну вот, здорово, друзья. Итак, вот как я и подозревал, ага, вот идут такие фанфары. Вот нравится нашим вот тем посетителям. Смотрите, они даже бросают нам монетки. Вот здорово. Вот это меня тоже радует. Вот в кассе накопилось 26 монет, что тоже здорово. Вот и, кстати, давайте-ка посмотрим, насколько... Да, друзья, смотрите, аммонит каждый раз улучшается. Вот, и хорошо было бы еще сегодня улучшить велоцирапторса. Вот, надеюсь, это у нас получится. Поэтому, друзья, давайте-ка отправимся с вами в путешествие. Вот, и попытаемся сегодня добиться. И да, друзья, смотрите, у нас что-то удалось собрать. Любой динозавр второго уровня выполнили задачу и за это получили несколько кристалликов, что тоже здорово радует. Ну а пока, друзья, мы отправляемся в следующую миссию по раскопках. Вот, попытаемся сейчас добыть косточки, чтобы создать либо велоцирапторса, либо еще одного аммонита. Ну вот, с аммонитом проблем не будет. Вот, у нас есть уже несколько вот кусочков, а вот для велоцирапторса нужно будет создать несколько косточек. Итак, вот эта косточка, которую мы можем вот использовать. Давайте-ка еще разобью вот этот камень. Итак, как-то пока не очень удачные раскопки. Вот три кирки мы уже использовали и придется покупать. Придется покупать. Итак, давайте-ка разобьем. Вот. И да, друзья, есть одна косточка. Есть одна косточка, что неплохо радует. И еще нужна одна кость, чтобы мы могли вот создать ребро. Да, вот. Вот. Итак, супер. Все у нас здорово получилось. И есть еще одна кирка. Давайте-ка я ее тоже разобью. Вот, возможно, что-то интересное попадет. Да, попала монетка, и мы ее собираем. Вот, здорово. Ну что ж, друзья, давайте-ка вот отправимся назад в парк. Вот, мы можем копать снова, но я попробую создать еще одного аммонита. Вот, почему-то я не сумел это сделать, почему-то нет косточки. А если мы посмотрим к динозавру, давайте-ка посмотрим, велоцираптору. Вот, друзья, итак, череп удалось нам поставить, ребрышко одно,
второе, и нам нужны еще, друзья, вот две косточки и одно ребрышко, и мы сможем создать еще одного велосирапторса. Вот, здорово. Ну что же, тогда отправляемся за очередной миссией. Вот, интересно, что там после 10 уровня. Давайте-ка посмотрим. Не знаю что, но выглядит круто. Вот, итак, очередная миссия. Давайте-ка попытаемся накопать. Что здесь? Вот, кстати, куча косточек, благодаря чему мы, возможно, сможем после этой миссии уже создать велосирапторса. Вот, отлично. Итак, вот так, вот так. Вот, неплохо. И еще одна косточка. Вот, интересно, этот кончик не подойдет? Нет, этот рог не сюда. А мы пока с вами давайте-ка при помощи кирочки попробуем разбить этот камень. Да, есть кусочек ребрышка. Вот, и нам нужно еще несколько косточек. Да, вот не забываем про монетки. Вот, отлично. Монетка, это, конечно же, здорово, но мне нужны косточки для того, чтобы создать велосирапторса. Вот, отлично, так разбиваем, разбиваем, и пока как-то неудачно. Вот, но я вижу, друзья, что тут есть, вот, просматривается какой-то кусочек вот ребрышка, здорово, собрано, и что еще мы можем сделать? Ну, вот, попытаться разбить какой-то камень. Да, есть, друзья, удача, удача. Вот, супер, итак, отправляемся с вами назад. Давайте-ка перейдем в парк и посмотрим, вот, что у нас с динозавром. Да, друзья, сейчас мы создадим с вами велосирапторса. Еще одного и попробуем объединить. Да, есть. Есть, и теперь у нас два динозавра, два велосираптора. А вот сейчас, друзья, давайте-ка попробуем их как-то вот так объединить. И смотрите, что получается. Вот прошло объединение, и вот такой вот он няшный и прикольный. Ой, как нашим посетителям это нравится. Они бросают кучу монеток, вот которых мы сразу же с вами, вот, идет нам на счет. Ну что же, это здорово радует. И да, друзья, вот мы второго уровня, нам дали за это вот несколько кристалликов, что тоже здорово радует. Вот, отлично. Вот, замечательно. Ну что ж, друзья, вот, да, и в кассе тоже монетки прибывают, что тоже довольно-таки неплохо радует. Кстати, друзья, было бы здорово вот еще и нашу кассу улучшить, но для этого нужно будет 7000 монеток. Пока их нету, но благодаря тому, что мы с вами уже увеличили наш сейф до 6200, вот мы сможем... Нет, друзья, мы не сможем увеличить, вот купить кассу, пока не с вами не улучшим сейф минимум 7000, тогда вот у нас все получится. Ну а пока давайте-ка еще вот сделаем сегодня одну поездку за вот динозавриками. И да, друзья, удалось открыть 12-й. Ага, друзья, это не уровень, это лайки. Когда мы набираем 12 лайков, у нас открывается дорога выше. Итак, супер, смотрите, теперь нам доступны новые раскопки. Попробуй поискать здесь другие кости динозавров. Итак, друзья, супер. То есть вы видите, кроме такого динозаврика, как аммонит и велосираптор, сейчас мы попытаемся добыть что-то новенькое. Итак, отправляемся на новые раскопки. И у нас вот такая вот интересная миссия. Смотрите, что здесь есть. Вот какая-то интересная косточка. Вот интересно, какому она принадлежит динозавру. Вот без понятия. Давайте-ка соберем монетки. И у нас вот мало очень кирочек, чтобы добыть второй кусочек от этой косточки. Итак, видите, пока как-то неудачно. Вот. Есть, друзья, есть. Вот, смотрите, получилось, ну что же, здорово. Итак, давайте-ка отправимся назад в парк и посмотрим, вот кому принадлежит эта косточка. Ага, смотрите, друзья, как здорово. Эта косточка принадлежит какому-то летающему ящеру. Вот, супер. Вот, ну что я скажу, друзья, давайте-ка, вот не могу остановиться, давайте-ка еще сделаем одну полезку, и уже в следующем видео создадим вам нового динозавра, если насобираем ингредиентов. И да, вот, друзья, пишите в отзывах, в комментариях, стоит ли мне проходить с вами, или будем вот вместе серия за серией. И вот, друзья, вот смотрите, появился знак вопроса, что это такое, без понятия. Давайте-ка попытаюсь нажать.
Ага, вот, друзья, смотрите, здесь возможно добыть два новых вида динозавра. Вот, и я думаю, давайте-ка мы с вами еще попробуем пройти одну миссию, и на сегодня это будем уже заканчивать. Итак, да, друзья, смотрите, здесь доступен уже череп вот этого летающего ящера, плюс еще какие-то вот пластины брони. Это уже, скорее всего, травяного ящера. Ну, а я пока вот нашел кусочек ребрышка. Вот, что есть? Есть ли кусочек черепа? Да, вот, по-моему, кусочек черепа. Нет, это не он, но очень был похож. Вот, что у нас? Вот, возможно, это. Да, вот, нашелся кусочек черепа. Смотрю, есть ли еще что-то интересное. Да, вот, попытаемся, друзья, разбить этот камень. Нижняя челюсть летающего динозавра. Здорово. Вот верхних кусочков, по-моему, друзья, нету. Вот я насколько вижу. Ага, друзья, вот я нашел кусочек еще ребрышка. Да, ребрышко собрано. Ну, а сейчас будем пробовать разбивать. И вот посмотрим, что из этого получится. Да, вот, друзья, еще один кусочек, и череп будет собран. Вот где его искать, пока непонятно, но будем что-то. И вот подсвечивается еще кусочек. А это кусочек от брони вот травяного ящера. И да, по-моему, вот это тоже сюда подходит. Да, супер. Вот, отлично. Вот где только взять кусочек от вот черепа вот этого летающего ящера, непонятно. Итак, я разбиваю. И да, друзья, нашелся. Нашелся. И, по-моему, мы полностью собрали с вами комплект. Вот, отправляемся в парк и вот посмотрим, что из этого получится. Итак, да, вот, есть кусочек для травяного ящера. Вот, не помню точно, как его зовут. Отлично, удалось собрать один фрагмент. И для летающего ящера нам удалось собрать череп. Вот, одно из ребрышек. Вернее, это одна из летающих косточек. Ну, как-то вот так. Ну что ж, друзья, сегодня я на этом с вами буду прощаться. Вот, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, понравилось ли вам видео. Стоит ли снимать продолжение. Вот, конечно же, относительно того, собирать мне динозавров без вас, либо с вами. Вот, нужный ваш совет. Вот. Ну и, конечно же, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!